Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу и расскажу, как вывести виджет текста на ваш стрим, чтобы у вас была динамическая надпись. Например, у меня вот такая надпись «Спасибо моим донатерам». Для начала мы переходим под мой ролик, копируем ссылку на сайт entermedia.org, заходим в Google и вставляем ее. Переходим на сайт. Тут выбираем бесплатные виджеты, работа с текстом, печатный текст с анимацией, 3 строки. Далее пишем наш текст. Допустим, подпишись. Чтобы убрать еще 2 текста, мы их убираем и нажимаем пробелы на этих местах. Выбираем таймер перезагрузки 20 секунд. Шрифт. Выбираем какой нам угодно. Вот такой красивый текст «Подпишись» у нас получился. Нужно чуть-чуть увеличить его в размере. Вот так. И выбрать какой-то эффект. Например, вот такой. Очень красиво. Сохраняем. Копируем ссылочку. И переходим в OBS. Далее мы перешли в OBS. Нажимаем сцена, плюсик, источники, браузер. Называем, допустим, текст 2-3. Добавляем, вставляем сюда вот эту ссылочку, нажимаем ОК, и наш текст «Подпишись» готов. Если этот ролик был вам полезен, пожалуйста, прожмите лайки, а также подпишитесь на канал. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!